Перчик, гроб есть? Нет. А лопата хотя бы закопать? Тоже нет. А у нас бабки там еще остались немножко, может там ритуальные услуги тоже нет. Перчик, а что нам с ним вообще делать? Он уже здесь валяется вторую неделю. Ага, вот и я ничего не знаю. Ребят, ну это просто негоже, реально. Он моргает, он как бы еще моргает. Может он в коме, Перчик, может он в коме. Инсульт? Я не знаю, что с ним делать, честно. Ну пускай валяется, я не знаю, будут бабки или там Эдуардо... Кстати, а Эдуардо Перетиано, он же как мне сильно помог в предыдущей серии. И одного полицейского выгнал. И второго продажного полицейского выгнал. Но он-то не сказал то, что он меня стараторил и камеру, и огромную плазму. Сейчас я ему позвоню, и мы выясним, в чем проблема. Ага, Эдуардо Перетиано. Ага. Да, здорово, балбес. Ну, здорово. Ты, короче, чё нам не сказал, то, что стараторил у меня плазму и стараторил у меня камеру после того, как мне якобы помог? Да, я просто фильмы взял посмотреть, сериалы, попользоваться на время, я отдам. А, это на время попользоваться, а. Сериал нужно досмотреть. Да, приключения Лунтика называют. Ну хорошо, хорошо, если не вернешь, тогда я на тебя в суд подам и на тебя полицейского вызову. Очкастый бабуин. Ладно. Не, ну... Я хотел сказать, что на самом деле он хороший человек, он мне помог справиться со всей этой проблемой, и типа, я ему благодарен. Надеюсь, то, что Эдуардо Перетиано когда-то там вернется. Эдуардо Перетиано? Осёл, ты звонил? Ладно. Странно как-то. Короче, кто мне звонил только что в дверь? Эдуардо Перетиано сказал то, что он готов вернуться, он готов записать новый сезон. Только если на этой серии наберется 20 тысяч лайков. Как бы мне все равно на самом деле, сколько наберется, просто он сказал то, что он вернется. Вот. Да чё за дичь? Да кто мне названь? Хулиганы, дети какие-то! Кто? Осёл! Ты звонил! Чё? Башка-то болит, что тарахнулся в эту яму. Ты еще кто такая? Ты вообще думаешь башкой своей, что ты делаешь? Цыганка? Дорогой, куда ты упал? Цыгане в моем доме не хватает. Слушай, осла только не воруй! Он хоть и не лошадь, но я знаю вас, цыгане. Лошадей всех воруете. Не бойся, мой дорогой, не бойся, тебя не украдут. Ты только мой. Осла не трогай! Опять мой дом беду на себя какую-то нагнал. Какие цыгане? Вы-то тут откуда взялись-то? Раньше бандиты были, сейчас цыгане. Ты вообще думаешь, что ты делаешь? Я из-за тебя сотрясение головы не получил. Дай ручки позолотить, дорогой. Может, тебе ручки помыть хотя бы сначала дать? А ты меня столкнула так, что... Выйди из дома, не шути с электрошокером. Этот электрошокер уже столько жопу надрал. В доме нечистая сила. Конечно, после того, как ты в него зашла, нечистой силой-то и завоняла. Слушай, пожалуйста, мне не нужна девушка, мне не нужна невеста, мне не нужна... Давай будущее скажу. Я тебе скажу сам сейчас будущее. Если через 10 секунд ты не уйдешь, я тебе проэлектризирую весь твой скелет. Уйди, пожалуйста, из дома. Уйди из дома. Мне не нужно ручки золотить, мне не нужно будущее предсказывать. Не подходи. В смысле, куда не подходить? Чего не подходить? Тут проклятие. Какое? Где? Чоп. Чё ты делаешь? Что это такое? Не заходи за соль. Это соль? Как? Тут демоны. Это соль? Ну да, соль против демонов, я знаю, я смотрел сверхъестественный сериал, и там вот эти главные герои соль против демонов использовали, и призраков. Как что? А чё-то сломало мои золотые яблоки в этом? Оно проклято. Мои золотые яблоки прокляты? Или это место проклято?
Да, то есть мне не заходить в это место или заходить в это? Ты не против, что я с тобой так разговариваю? Яблоки проклятые! Миленькая, дай ручку позолочу. Ну знаешь, я с тобой буду просто на твоем футбольном поле играть, если ты со мной такую игру ведешь. Слушай, короче, подожди, иди сюда, ты где? Открой, нечистая сила там. А, ну там реально нечистая сила, там, короче, труп. Там реально нечисто. А, кстати, да, ты помоги мне, перчик, поздоровайся, цыганка, хочешь она тебе лапку позолотить? Будущее тебе перчик предскажет. Она... Золото зло. В смысле золото зло? Золото это деньги, зло это вы, цыган. Отдай люстру! Быстро отдай люстру! Оно не проклято! Отдай люстру! Вот эта люстра 100% не была проклята, я ее за штукарь баксов купил. Или это зло, или будешь проклят. Да мне кажется, я и так уже проклят, не знаю. Ты понимаешь, каждый день ко мне в дом приходят какие-то полицейские, меня грабят каждый день. Я реально уже проклят, наверное. Это кто, дорогой? Твой муж? Слышь ты, Дуримонда Петровна, грабитель. Он проклят, он здесь уже 2 недели разлагается, воняет неистово просто. Слышь, дорогая, закопаешь его, я тебе еще одну такую люстру подарю. Дай ручку позолочу, дорога, еще раз оскорбишь, превращу в свинью. Ну да, знаешь, это если битва экстрасенсов, это... Забери трупак! Нет. Битва экстрасенсов, маги, всякие клоуны, твой муж, твои проблемы. Ой, это не мой муж, у меня девушка есть. Это разве это похоже на моего мужа? Надо уже залатать бы вот эту комнату. Пошли. Да, иди сюда! Короче, ты на прицеле, не двигайся! Меня заколебали эти воры, меня заколебали эти гадалки, эти... Нет, я сказал, не двигайся, ты можешь не двигаться, когда я тебе говорю, не двигаться. Спасибо большое. Меня уже заколебали эти воры, меня заколебали эти... Дай ручку, милый, я тебе сказал, не подходи! Чё? Ещё 5 электро... Подожди, стой на месте, подожди, сейчас я ещё раз попробую. Тебе даже электрошокерами не берет. Ты что творишь? Пытаюсь жопу тебе поджарить, чтобы ты свалила с моего дома. Да чё? Тебе даже электрош... Там зло. Иди внутрь. Ну вот сейчас там зло, да, ты зашла внутрь. Вот там сейчас зло. Поэтому я останусь вот здесь. Слушай, ребят, я не знаю, что с ней делать. Это я понимаю, что это скорее всего, опять грабитель. Конечно, грабитель. Она у меня староты взяла за золото... Ёшкины кочерышки, а как тебя... Ты смотри, тебя даже мышь не берет. А что ты там... Открой. Подожди. А золото ты... Да ёханый ты попа... Верни золото. Да оно зло. Да это... Зло это вот это... Избавь, пожалуйста, от мыши. Вот ты мне там говоришь, что у меня какие-то там демоны, и ты от них избавляешь. А избавь, пожалуйста, от мыши. Ох, зло тут. Мне реально кажется, этот дом уже пропитался злом. Вот зло. Где зло, милая моя? Это не зло. Золото. Это не золото. Это пиво наливать, знаете, как в барах вот это пиво. Это позолото. Это не золото. Оставь это в покое, пожалуйста. Но похоже на золото. Но не золото! То есть ты даже руками своими загребешь то, что не похоже на золото, да? Это тоже зло. Что? Стиральная машинка? Это. Оно как раз-таки борется со злом. То, что воняет, засовываешь в стиральную машинку, она очищает, там, стирает, и вытягиваешь уже не зло, уже больше ничего не воняет. Вот твое зло, которое на тебе, дорогая Адета, не мешало бы в стиральную машинку. Зло там, да... Демон в тебе, милый. Это все золото. Чтобы просто потом не горели то, что я не пытался ничего с ней сделать. И он не берет ни электрошокер. Стой на месте, милая! Иди сюда, милая!
фиг возьми ее. Чтоб потом не горили то, что Эдисон почему-то не хочет избавиться от очередного грабителя. Что я могу сделать? Ее вообще ничего не берет. Это она демон, походу. Не стой возле меня так. Я сейчас реально чуть инфаркт из-за тебя, милая, не словил. Так. Зачем мне траву возле двери бросил? Что это такое? Это трава священная. Зачем мне в доме священная трава? Я не знаю, может она для тебя священная, для меня она не священная. Священная трава — это обычная трава. Не трогай траву! И что? Ну ладно, я его вернул! Трава на месте. Ой. Давай мы на этом Куда? Что? Хватит, пожалуйста, избавлять мой дом от зла. У меня нет здесь демонов. Ты... О, нет! Это золото. Это не золото, уйди. Это серебряная кнопка Ютуба. Это серебряная кнопка, это не золото, это серебро. И то посеребряно. Ты шо, за дуру держишь меня? Ну так если ты реально дура, не можешь отличить серебро от золота. Ты видишь то, что это серебро. Понимаешь? Прокляну тебя. Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду. Проси прощения, смотри, что она со мной сделала. Я больше не буду, прошу прощения, отпусти, спусти меня, пожалуйста, на землю. Спусти, пожалуйста. Ты что сделала, ведьма? Оскорбляешь меня, я тебя не оскорбляю. Прокляну свинью, не надо. У меня шок. У меня немножко паника, подождите. У меня сердце калаш... Это что сейчас было? Золото зло. Все зло. Это что было? Как мне с ней бороться? Чувствую зло. Я его чувствую с самого начала, как только приехал в этот дом. Может мне продать этот проклятый дом? Реально, я уже начинаю верить в эту всю мистику. Везде зло, просто какое зло, что ты... Чувствую тут зло. А, кстати, там реально зло. Отойди подальше, там зло, там демоны еще. Я же забыл. А, вот. Эдуардо Прициано уже украл у меня весь сундук с оружием. Наверное, ему нужнее, но он как бы не учитывал то, что на меня грабители каждый день нападают. Поэтому я решил заказать себе... Отдай зло, дорогой. Сейчас отдам. Золотой УЗИ. И 26 патронов в нем. Раз зло, раз золотой. Дорогая, ты сзади меня, дорогая, здесь зло. Сейчас да, цыганка, ах ты ж моя невеста. Давай его сюда. Сейчас отдам, давай. И отдаю. Ты что творишь, окаянный? Как? 26 пуля! Прокляну тебя в свинью! Как ты выжила? 26 пуль в тебя пустил! Не проклинай меня, пожалуйста! 26 пуль я в нее! 26 пуль! Что происходит? Проклинаю тебя, дорогой, не надо меня... Верни, пожалуйста, обратно в человека. Хорошая, жирная свинья, пожалуйста, верни обратно меня в человека. На шашлыки, шаурму, не нужно. Это так, как я смогу телефон набрать номер? Эдуардо Перетиано, приезжай здесь, проблема. Сложно копытами номер набирать. Эдуардо Перетиано, приезжай, блядь, брат.
Верни, пожалуйста, меня обратно в человека. Я тебя молю, пожалуйста. Я отдам все свои золотые кнопки. Хорошую я продам на золото. Пожалуйста, не нужно меня продавать. Верни меня, пожалуйста, обратно в человека. Я тебе все отдам. Я тебе вот этот дом здесь отдам. Пожалуйста, верни меня в человека. Как мне тебя молить, пожалуйста? Я не хочу быть свиньей. Ты проклят навсегда. Не, хру.